Уникальный профильный водный лагерь «Славянская кругосветка», который открылся с началом лета в нашем городе, завершает свою работу. 28 августа стартует последняя, седьмая по счету смена. За время его работы здесь побывает 420 ребят. С юными туристами пообщались наши корреспонденты и узнали, чему научила и чем запомнится им «Славянская кругосветка». Славянская кругосветка – это уникальный проект, которому в этом году исполняется уже 10 лет. Чтобы испытать себя, попробовать свои силы в водном туризме, приобрести новые навыки и умения, в Славянск приезжают дети со всего края. Узнал, как правильно грести, никогда не думал, что есть целая техника. Вот, узнал, как нельзя грести и что может случиться, если неправильно грести. Положительные впечатления. Никогда не знал, что буду грести на каноэ. Безумно понравилось. Жду с нетерпением похода завтра. Все участники похода проходят курс начальной туристской подготовки. Практическое обучение сплаву на спортивно-туристских судах, которое проходит в течение первых суток пребывания в лагере. А самое главное, их учат чувствовать плечо друга и работать в команде. Для некоторых этот сплав по реке становится судьбоносным. Я знаю, что для многих ребят, которые впервые были в Славянской кругосветке, это стало профессией. Не поверите, многие служат мореходке, многие служат береговой охране из тех ребят, которые впервые здесь сели в лодке. Многие же, конечно, просто уйдут, но это впечатление, первое впечатление, когда ты садишься в лодку, солнце, такое сердце замирает, и такое ощущение, что ты летишь над водой, и оно останется с ними навсегда. Оно будет все время вспоминаться, и оно на многие годы останется. Это как первая любовь. Если уж ты один раз встретился, то запомнил навсегда. Поход длится от 4 до 5 дней. В первый день ребята учатся плавать и грести в команде на каноэ. Самое интересное начинается, когда они выходят на открытую воду. От Славянска по реке Протока им необходимо доплыть до поселка Ачуево. А это более 120 километров. Под размеренный счет капитана ребята с легкостью покоряют водную стихию. Перед финишем в Ачуево они сделают 3 остановки – в хуторе Водном, Деревянковке и поселке Голубая Нива. Но это будет завтра, а пока участники кругосветки тренируются перед дальним путешествием. Настроение у всех отличное и боевое. Они уверены, что все у них получится. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».